перекинули нас. Играть в воспоминании. Да, хорошо. Ну, то есть нам показали, что тот нападал на людей, потом люди оказались друзьями, потому что они, видимо, начали его боготворить, это чудовище, змея. Но при этом он начал сражаться с этими же роботами, и роботы его либо подчинили себе, либо не знаю. Что-нибудь узнаем. Так, это хорошее. Красные плохие. Это нормуль. А там какой-то корабль вдалеке. Так, над с которым мы сражались, как бы Карин, как так его звали. Так, мне спрыгнуть, наверное, нельзя, да? Туннель А. Так, зачем мне сюда? Что-то включить? Обратно мы уже не заберемся. Какой-то выход. Столько бежали налево, а в итоге вышли прямо здесь. Прикольно. Так, ладно, видимо, надо что-то покрутить. Хорошо, понятно. Нам надо найти вентиля, что ли? А в таком случае надо спускаться в самый низ. Тут пока ничего. Туннель Би. Тут что-то должно быть. Но пока также пусто. Так, вот здесь можно направо пойти, наверное, лучше направо сходить. Тут нету. Ну, какие-то звуки только от вот этих вот светлячки или кто это. Но толку от этого мало. Так, для захвата. Зачем? Уж как раз к светлячкам. Нет, к светлячкам вряд ли. Просто, наверное, запрыгнуть повыше. Ну да, просто перепрыгнуть. Так, взаимодействие. Пока все понятно, но непонятно зачем. Если мы поднимем этот уровень воды, перейдем к этому Карину. Мы уже с ним сражались, получается, это до сражения воспоминания. В принципе, да, у нас еще глаза же есть. Подобрать деталь. Отлично. Так, а здесь нам не зайти. Может, вторая деталь где-то здесь?
Нет, думаю, пришли. Слишком далеко. Так, сюда нельзя, только во вторую. Значит, все поочередно. А, там дверь направо. Теперь понятно. То есть в любом случае в туннеле А ничего нету. Это туннель Си. Хорошо, значит, здесь будет еще один вентиль. Подозрительно, что нету врагов. Он Горок быстрее нас не делает совсем. Также бежим с той же самой скоростью. Осторожно, можно упасть. Там горит зеленым, здесь красным. Видимо, надо это как-то включить. Это опять двигается куда-то. Право вроде смысла нету двигать. А влево мы, по-моему, не передвинем ее. Ладно, значит, двигаем вправо. Правда, не знаю зачем. Понятно. То есть что-то зависящее от груза. Так, а дальше, видимо, нам надо опять вниз. Не опять, а теперь вниз. Как все запутано. Просто вот здесь могли бы кнопочку сделать, и все, вправо-влево. Он сейчас уедет еще ниже. Так, ну, в принципе, нам вниз, наверное, нежелательно прыгать, хотя можем посмотреть. Ладно, там делать нечего. Не будем рисковать, а то еще умрем, все заново все это крутить. Так, и еще одна деталь. Так, а здесь нам не выйти. Значит, возвращаемся, откуда пришли. Я не знаю, он разобьется, нет? Скорее всего, да, поэтому рисковать сильно не будем. Только интересно, мы сможем ли выйти обратно. Да, выход есть. Это хорошо.
принципе, он мог первым вентилем покрутить, снять его, надеть на второй, покрутить и так далее. Смысл от трех вентилей. Так, ну все стало агрессивным. А, все, можно уходить. Это тоже у нас красный. Так, направо лучше не идти. Ладно, уходим. Так, город призраков 100%, извилистый перекресток потом. Так, плотина. Вот, мы только что были на плотине. Нагану. Мерцающие леса тоже у нас видения были. Ладно, значит, потом еще вернемся. Плавучий храм 85 мы закончили только. Деревня Синкай. Ну, туда, видимо, нам надо. Так, мы сначала вернемся, естественно, в Додзю. У нас там три улучшения каких-то должно быть. Доступно новые испытания. Отправьте зал тренировок. Так, сколько у нас... 2500. О, как раз 2500. Нам как раз нужно было 2500. Так, нам разрешают разблокировать ключ, взломан зашифрованная система низкого качества. Так, где-то у нас уже такая была, нам требовалось. Наверное, сейчас туда и пойдем, раз она теперь нам доступна. Так, ну, собственно, сразу можно прокачать до третьего уровня. Нам пока не так нужно, мы сейчас прокачаем сначала тьму. На земле телепортируют ями за спину врага, позволяет избегать вражеских атак и осуществлять быстрые контратаки, а также наносит тяжелый урон. Так как на видео, если мы будем перемещаться, это прям супер. Поэтому прокачиваем обязательно. Так, а дальше? Дальше, наверное, придется ключ качать. Тоже важен, чтобы мы куда-то могли попадать. Наносит постоянный урон активным врагам. Да, уязвим еще аннулирует. В общем, да, наверное, будем качать вот именно это. Ключ. Кулак не так уж и важно. Так, эти... Четвертая атака. Зарядить. Оружие тоже не так важно. Не на всех это действует. Ветер, наверное, вот по воздушным хорошо. Вот, как на видео, очень хорошо. Перед ним, нанося при этом тяжелый урон. Ломает укрепленный бетон и все другие виды преград. Нам, конечно, надо что-то сделать, чтобы ломали укрепленный бетон. Либо это прокачать. Да, наверное, вот это прокачаем в следующий раз. То есть сначала ключ до конца, потом оползень, камень, землетрясение, гром. Так, улучшение. Что за улучшение у нас? Так, здоровье плюс 4, урон в ближнем бою плюс 2, максимум боеприпасов плюс 1. Жалко, что выносливости не дали. Хорошо. Погладим попозже. А он с ним не разговаривает. Ладно, потренируемся тогда. Какие у нас тут новые тренировочки? Убейте 4 кап, убейте 6 Ацуки Хакари. Это, наверное, летает. А, он здесь нарисован еще. Я, кстати, никогда сюда налево не смотрел на мини-иконки. Так, то есть кап — это черепашки. Ацуки — это которые крутятся, я так понимаю. Ладно, начнем с черепашек. Не успел, да? Естественно, нет. Вообще все слетело.
Ладно, убили так. А, о, как. Точно. Я же забыл. Так, ладно, это эпично. Это выглядит эпично. Так, убивать их, конечно, проще. Испытание пройдено. Так, ну тех мы сейчас также, наверное, побьем, да и все. Шестерых. Ну да. Три патрона. А, он еще взрывается. В общем, самое эпичное это добивание. Комбинация клавиш нажатия всегда одинаковая. То есть левая кнопка и три правых. На черепашке там, по-моему, пробил. Три раза, по-моему, левая кнопка мыши или два раза. В принципе, можно запоминать. Ладно, главное, что теперь нам хватает мощи с ними так расправляться. Они-то были такие немножко бесявые. Крутились постоянно. Так, хорошо, все, испытания прошли. Это сейчас, наверное, от станка отойдет. Да, теперь мы будем с ним поговорить. Послушать шуточки. Тенгу, почему здесь пахнет... Что это? Я проверяю, не повреждают ли микрочастицы из протезов твой организм. Изучение... Так это было. То же самое говорит. Тенгу, я... Ладно. Ладим собаку, идем тогда дальше. Еду, мы думаю, сначала мы сейчас ходим там, где мы не могли пройти. Там, где требовался как раз-таки наш ключ. Потом уже пойдем в ту локацию, где 0%. Так, вот нам надо на извилистый перекресток. Плавучий храм пока смысла нет идти. Сидзуока. Так, ладно, идем, да. Извилистый перекресток. Если тоже можно поискать какую-нибудь информацию. Хотя мы, в принципе, тогда ее... Нет, тогда мы ее сильно не искали. Здесь все равно падает. Где-то мы здесь упали, и все, как бы, с концами. И мы где-то подальше. Он сразу умирает. Этих теперь еще можно добивать. Этих мы еще не добивали. Это очень эпично. Ну, не зря это прокачал. Именно вот этот контр-скачок. Так, вот, по-моему, там слева нам нельзя было падать. Здесь, возможно... Я не знаю, проверять не буду.
Так, на этих контр, по-моему, вообще не действует. Ну ладно, в принципе, у нас теперь урон побольше. Да, следующий, наверное, надо ключ качать, чтобы у него была меньше уязвимость. Мы быстрее бы могли наносить этот удар по уязвимости, по слабому месту. Так, где-то вот здесь, по-моему, у нас требовался как раз-таки этот ключ. Я надеюсь, нулевой уровень требовался. Может, если первый, то плохо. Эти сами умирают. Кстати, может быть, с них данные можно еще собрать. У нас же не на 100% они изучены. О, собрать данные. А это данные по месту. Это не совсем то, что я хотел. А, здесь у нас яд. Так, аптечка не нужна. Так, наверх не забраться. Ладно, птичка нужна. Нужно еще данные найти. И у справа где-то были. А, здесь нет. Две только снизу. Я думал, во всей локации. Так, но тем не менее, нам надо будет вниз опуститься все равно. Потому что там есть какие-то данные. По-моему, где-то здесь. Нет? Чё, я умер? А где я видел данные? Ладно, здесь хотя бы у нас три аптечки. Сейчас по-быстрому пробежимся тогда. Вот, а, это, не, это аптечка, это понятно. Мы рано спрыгнули, получается. Вон там где-то справа данные. Так, ну что у нас здесь? Большая труба идет. Хорошо, значит, здесь мы запрыгнем наверх. Здесь мы ничего не можем сделать. Направо. Сюда здесь нам не пройти. Здесь, наверное, видимо, надо перейти вот эту. Эти леса. Здесь можно спрыгнуть. Нет. Пойди, да, это место нет. Разве нет? Видимо, не это место. Так, а слева там ничего нет? Нету. Так, хорошо, значит, нам надо пройти здесь. Это перелезть еще дальше. Так, понятно, если один раз врезался в стенку, то уже не спастись. Ну вот опять. Печально, печально. Все аптечки используем. Так, вот, наконец-то мы попали туда, куда нам надо. Вот здесь внизу данные. А, это улучшение даже. Так, все, подобрали. Хорошо, идем дальше. Я не знаю, печально, что мы, конечно, все аптечки использовали. Ну да ладно.
Так, здесь их, по-моему, будет штуки 3. Они маленькие. Ладно, с этими легко расправляться можно. Так, вроде все. Так, здесь сколько их? Аптечка у нас. Отлично. С него упала. А, ну все, двое было только. Так, там можно наверх, а внизу что? Продолжить. Кстати, я не помню, наверх мы ходили или нет. По-моему, как раз я наверх ходил. Взял ли я там что-нибудь? А, да, там улучшение, по-моему, было. Да, все, наверху я что-то забирал. Сейчас мы пойдем в эту канализацию или куда-то. А нет, опять на улицу. А, кстати, не посмотрел, может быть, там в начале что-то было. Мне надо сейчас как-то умереть. Мы умрем. О, можно уворачиваться, зато узнал. Пускай нас убьют. А вдруг там в начале что-то было. Так, вот как раз перед прыжком. Мы здесь где-то появились? Нет, ничего здесь нет. Тогда ладно, так, слева тоже ничего не было. Так, ладно, эти уже не такие сложные. Есть что-нибудь? Ничего не оставил после себя. Так, восстанавливаем выносливость. Ждем. Информация, аптечка, нет. Ничего. Здесь, по-моему, еще один будет такой же. Или маленький. Маленький должен быть. Нет, еще сквалды должен быть. Видимо, ниже. Кувалды. Так, собрать данные. Какая-то что, люк? Какой-то люк. Может, сюда можно залезть? Нельзя.
Так, мы уже близко к тому месту. Так, все, мы до этого места дошли. Здесь мы спокойно, а по-моему, пока нет, пока не спокойно. Отключаем одно. Спускаемся. Так, это нам пока не открыть. Нам, в принципе, не это надо. А, нет, нам это надо. Да, мы тогда к ней подходили и говорили нам, что не хватает уровня. Так, здесь не помню, что-то надо будет включать пару раз. Так, это не работает. Верхняя должна работать. Да, это работает, не пускает. То есть мы нажимаем эту, сверху отключается. Но включилось это. Теперь нам надо нажать это, чтобы подключить ту. И это, чтобы подключить вот эту. Теперь у нас все отключено. Здесь тоже отключено. А здесь работает, да? А здесь работает. Меня сдувает обратно. Значит, включаем здесь. Нас сдувает. Отключаем верхнюю. Вот здесь эту включаем. Собственно, каждый раз, когда спускаюсь вниз, надо все повключать. Так, ну это карта мира. Хорошо, нам же не карта мира нужна. Я думал, там выключатель еще будет какой-то. Получается, нам туда и не надо было. Так, тогда... Это нам нужно активировать. Скорее всего, вот эту... Да, отключили. Открыть проклятые низины. Получен доступ к проклятым низинам. Отлично. То есть нулевого уровня нам хватило. Ключа. Собственно, спускаемся вниз.